С началом нового учебного года отделение развития творчества «Жар-птица» пополнили более 500 воспитанников, которые под чутким руководством педагогов смогут развить свои творческие способности. Для ребят открыты танцевальные и вокальные студии, кружки бисероплетения, рисования, кройки и шитья. Здесь же можно подготовить ребенка к школе, улучшить его знания в английском языке, исправить дефекты речи, записавшись к логопеду. Для ребят первого года обучения отделение «Жар-птица» уже по традиции проводит посвящение в «Кружковцы». Подробности в следующем материале выпуска. Зал городского дома культуры наполнен до отказа. Юные воспитанники отделения развития творчества «Жар-птица» вместе с родителями пришли, чтобы увидеть, чему уже смогли научиться их более старшие товарищи, а также почувствовать себя частью большой, дружной творческой семьи. Сегодня ребята, которые достигли уже определенных успехов, покажут нашим юным, новым членам нашего коллектива, как надо заниматься, чем надо заниматься, как можно достичь больших успехов. Вот самая главная цель сегодняшнего нашего мероприятия – собрать родителей, поделиться с ними успехами и идти дальше. Для ребят и их родителей был подготовлен большой концерт, на котором выступили около 300 воспитанников, занимающихся в разных отделениях. Вместе с ребятами, занимающихся в отделении уже не первый год, на сцену выходили и те, кто только начал свой путь в мире творчества. Собравшиеся в зале гости громкими аплодисментами встречали юных талантов. В конце учебного года воспитанники отделения развития творчества «Жар-птица» вновь соберутся в зале городского дома культуры, чтобы подвести итоги целого года занятий. Те, кто пришли в этом году, будут выступать уже наравне со всеми, демонстрируя, чему смогли научиться. Анна Монастыренко, Георгий Калинин, программа «События».